Протестам французских желтых жилетов присоединились и в Бельгии, причем уже не в первый раз. В Брюсселе несколько сотен человек вышли на улицы, требуя отставки правительства и пересмотра налоговой политики. Дело в том, что в Бельгии 90% бюджета составляют налоги и сборы, что сильно бьет, например, по предпринимателям. В стране вообще нестабильная политическая ситуация еще с декабря. Дело в том, что действующий премьер потерял парламентское большинство после того, как одна из партий вышла из правящей коалиции из-за возражений против пакта ООН по миграции.